Так, ворота у нас есть, все это замечательно, но нам надо поставить сюда двери еще. Давайте посмотрим с этой стороны. Вот так, да? Выделим это, остальное уберем. Так, а почему? А, ну ладно. Так, ну короче, тут не так сложно все будет с дерьми-то. Мы с вами сначала возьмем куб. И уменьшим его, естественно. Так, чтобы получилось у нас G. Так, многовато. Вот еще немножечко меньше. Так, чтобы у нас створка получилась именно такая, какая нам надо. Вот так. И теперь скажем, по высоте нам еще надо, да? По высоте, скажем так, ну еще столько же, да? Выделим сейчас. И потянем его наверх. Наверх потянем. Не потянем. Так. Зато. Где-то вот так, наверное. Может быть выше. Надо посмотреть, как оно будет. Да, повыше надо, конечно, под самый корешок. Такие большие ворота сделаем. Так. Теперь вот. И уменьшим по Y. S, Y. Я думаю, такие красивые будут ворота. Может быть чуть потоньше, потому что у меня есть другая задумка. Сейчас я скажу какая. Так, давайте мы еще поменьше S по Y, да? По Y. Вот так, допустим, да? А дальше мы произведем следующее действие с вами. То, что действительно мы отключим все, чтобы не мешалось, и скажем Ctrl-R. Ctrl-R. И посмотрим, сколько нам досок надо. Доски будут тут большие. Ну, примерно вот так, да. Теперь мы Ctrl-B скажем. Так, и сделаем. Так вот. Угу. И теперь если мы скажем ES и по Y, то ну, должно получиться. Вот так внутрь. Такие доски, все правильно. Вот они.
А здесь, вот в этих местах, скажем, Ctrl-B. Чуть-чуть растянем. Таким макаром мы получили с вами доски такие вот. Так. Теперь возьмем еще один. Это внутренние у нас доски. А нам надо еще Shift-A, куб, и сделать из него тоже маленький такой. Так, 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 так. С по Y-ку. Такую досточку, брус такой, тоже такой мощный брус. Так, экспозиту, экспозиту. И теперь мы можем полностью это взять, поставить сюда. Да, вот сюда это потянуть. По иксу, то она сейчас наделает, не делав. Вот так где-то. Так. Так. Теперь мы возьмем Shift-D, потянем эту пазету наверх. Так. Дальше опять Shift-D. Эй, ну в чем дело? Ну, я понимаю, что это произошло, да? Это ж прям не отделишь теперь. У нас тут с видимостью такое странное творится. Скажу, вот так, наверное. Тут ничего не видно прям. Да нет. Так тоже не годится. Так, rotation не помогает. Ладно, допустим, смотрим. Мы можем, конечно, сказать вот что. Я предлагаю сказать рандом вот так, что это случайные такие, да, так нам будет легче. Опускаем вниз. И ставим туда, куда нам нужно. Есть. Я тоже это отделю сейчас. Ну, просто так. Чтобы повыделываться. Так, хорошо. А этот
Да. Двигаем на место. Теперь нам надо вот этот посмотреть, где у нас тут HD-то, как это выглядит. Так, я вот смотрю, что странно вообще, подождите. Как-то интересно она выглядит, что она вот так сделана, поперечина. Это сделано так, что она выдвигается. Нам тоже так сделать, что ли, надо? Странно, конечно. Ну, сделай дело. Shift-D. Давайте перевернем ее. Поставим вот так. Потащим наверх. И вот здесь перевернем. R. Ага. Нет, ребят, так не пойдет. Геометрия, правильно, вот теперь R. Вот так поставим. И давайте ее потянем. Сначала потянем. Перевернем. Как-то оно вот так, да? Но сначала надо боковые поставить, это точно я вам говорю. Извиняюсь. R на 90 градусов по оси Y. Да. И ставим ее сюда. Где надо было поменьше делать. Ну да ладно, сейчас сделаем все. Сейчас присобачим. Все-таки против динозавров должно быть. По иксу. Ну, в общем, я сейчас решил вот эти удлинить, а эти укоротить. Вот так. Так будет интереснее выглядеть. Даже я такой, чтобы, может быть, вот эти два. Вот эти два расширил. Вот. То
вот этот и вот этот. Чуть-чуть G по Y сделал. Вот так. Чуть-чуть. Пусть они отличались. Вот так вот. Так, а это скажу Shift D. Развернул как надо. R. Так вот. А, это странно, конечно. Смотрим спереди и тянем. В чем дело? Что-то мы неправильно потянули. Так. 0. Вот так. Вот. Теперь все верно. Так, и сделаем так. Кетнут точки. Точки, цветочки. Вот это вот выделим. Б. И начнем ее подвигать. Где-то так, наверное. Да. Так надо, мне кажется. И вот этот сначала мы подвинем сюда, где-то за то. А-тя-тя-тя-тя. Б. Выделили оба и подвинули вниз. Ну, чтобы так уродливо не выглядело, потянем еще маленечко. Это уже X у нас будет, да? Ну, так примерно выровняем, как она должна быть. Так. Это чуть-чуть вниз. Окей. А здесь сделаем следующее. Хорошо. Ну, а далее просто уже. Мы сделаем так. Так. Сделаем вот так сейчас. То есть мы вот эту вытащим сейчас. Вот это вот. Скажем, наверх давай. Е. И наверх. Так. Так, наверх сделали. Теперь вот эти две выделили.
И подвинули, как нам надо. Так, ну и вот это тоже уже заодно, так сказать. Ставим на место. Эту часть мы немножечко с вами поуменьшим. S по Y. Потоньше сделаем доски из доски, да? И подвинем ее сверху смотреть. Там и... Подвинем. Сюда вплотную. Так, врежем, так сказать, сюда их. Все. Так. Ну и мы можем вот здесь вот идти сюда подвинуть. Ну, я не знаю. Скорее всего, надо будет вот эти доски внутрь встроить. Я так думаю, было бы правильно, скорее всего, строить их вовнутрь. То есть чуть уменьшить. Сейчас мы это сделаем. G. S. S. И чуточку уменьшить их со всех сторон. Да? Со всех сторон она уменьшилась. И ее теперь внутрь запихать. Она получится нормальная створка. G по Y. Вот. Настоящие двери получились. Немножко сюда. Вот так. Очень хорошо. Ну все. Так, теперь останется их только соединить вместе, наверное. Я так думаю. Shift G. Вот, извиняюсь. Все, вот оно. Так, и если мы пойдем теперь, ага, то мы можем теперь попробовать ее. А нам надо отдельно, чтобы они открывались, поэтому не надо нам это делать. Так, смотрим спереди, видим, что у нас есть запас еще вот здесь. Опускаем вниз. Вот так. Хорошо. На месте? Почти что. S по Y. Я хочу потолще все-таки сделать. Такие, знаете, массивные хочу. Вот так. Вот. И теперь Shift D. X. И R. Z 90 градусов. Открыто. 180. Вот так. И двигаем. Так, смотрим и двигаем. G по X. Что получилось? Получилось со щелями дверь.
Это не годится, товарищи. Так нельзя. Тогда мы S, скажем, по иксу немножечко раздвинем. Вот так тайно. Ну что ты будешь делать? Shift надо зажимать. Тогда она будет потихоньку.